Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый влог Гурзуф 6 сентября. Наконец-то у нас спала жара, воздух уже 22 градуса, очень приятно прогуляться. Лето пролетело быстро, хорошо, что у нас впереди сентябрь, бархатный сезон, лучшее время для тех, кто ценит отсутствие жары. Воздух, конечно, свежий, иногда ветерок. Погода сегодня облачная, когда находит тучка, даже прохладно. Некоторые уже надели на себя мастерки и кофты, но большинство ходит еще в футболках. Сережа. Киоски и турфирмы у нас продолжают работать до самого октября, но в Ялте сезон круглый год, там ничего и не закрывается. Там турфирмы, и киоски и кафе работают круглый год. Людей на набережной и на пляжах заметно меньше. Мне кажется, больше уже и не будет в этом году. Люди купаются, мы ноги помочили, море градуса 24. Пойдем в самый конец набережной, там и видно медведя красивый, и людей обычно почти нет. Маленькие, а ушки, смотрите,
Конечно, немного грустно, что это лето закончилось, но спасибо этому лету за новых друзей, а также огромное спасибо всем отдыхающим, которые, несмотря ни на что, приехали этим летом в Крым. Люди добирались с пересадками, и с пересадками на поездах и автобусами ехали по много часов. Так, пляж пионерлагеря уже открыт для всех. Пионеры разъехались. Пионерлагерь, видимо, уже не работает. И теперь пляж пионерлагеря открыт для всех отдыхающих. Я вижу, что волны стихают, ветер тоже стих. Будем надеяться, что погода наладится и потеплеет завтра. Я тоже, как и многие, люблю сентябрь за пустые пляжи. Солнышко уже ласковое, не печет, море еще теплое, так что можно продолжить пляжный сезон. Немного красивых видов из столовой «Чайка».